Всем здрасте. Данному обзору будет очень милая заставочка, которую сделала очень милая девочка Кристина Ми, которая бывает в стриме, когда я не знаю, как там получается с нашим временем, ну, в общем, я так, как, насколько мне известно, она в 6 утра встает, как раз перед работой или как-то так. В общем, была я в саду, ну, случилось у меня, точнее, до меня дошло, что кое-что, как можно оптимизировать винду, которая у меня сутки обновилась. Но придется этим уже заниматься потом, потому что утром не получилось ее решить. Точнее, я в 6, 5 утра где-то, или в 6, наверное, легла спать только с ней. С ее этими. Сейчас я обновлюсь. Обновилась. Так у меня как бы еще после сада был, есть, будет. Сейчас покушаю, будет. Сканлейт, в смысле, перевод цветка. Пока там винда обновлялась, я фоном немножко на компе переводила, но надо делать. В общем, дошла я до нашего, ну, магазина местного с вкусняшками. Прошла вообще за половинкой хлеба и думаю, куплю кусок сыра. Но куска сыра там не было, там был только колбасный или косичка. Я косичка как-то купила, он такой соленый был вообще чересчур, я не помню. То ли там покупала, то ли в Фортуне, то ли в Тверском покупала. Ну, жуткий вообще соленый был. Так он у меня не осилился. Даже моя подружка, которая очень любит соленый сыр, и то его не осилила. Даже кот, который любит этот соленый сыр, тоже его не осилил. Очень соленый сыр был. В итоге я купила себе половинку батончика. Вот магазин, где режут половинки черного и половинки белого. На 233 рубля у меня это вышло, или 32 рубля, как-то так. Пироженки мне такие уже советовали. Продавщица сказала, говорит, ну я плохого не посоветовал. Действительно, как советуют, так и есть. Я на них посмотрела. Когда на витрине и подумала, что вот, ну, наверное, свернутые такие, наверное, какая-нибудь вафелька. А оказалась такая очень даже не вафелька, и мягкая, и вкусная. И я уже вот попросила там все, что было, забрала. Я помню, они стоят 255 рублей. Потом какие-то слоечки с банановым кремом. Чисто на пробу две взяла. И вообще удивительно, меня на шоколад совершенно не тянет. То бишь я как бы какао пью, я его давно не пила, то что-то пила. Как раз холодно, наверное, было, потому и пила. Выпила чашку какао без никто и ходила несколько там часов, ей долго не хотела. Короче, у меня тут пироженка пьяная вишня. Вот такие пироженки у нас на Механке в Алисе продавались одно время. Ну, может, и сейчас продаются. Ну, короче, в общем, я там раньше покупала, когда на той квартире жила. В том районе, в общем, тут пироженка одно такое большое. Я думаю, у меня часть пойдет с чаем перед тем, как я цветок домучаю, а потом другая часть уже пойдет, потому что она будет мозгами напрягаться. Хочу одну штуку в компе сделать, как в предыдущем паленом, как сказал Горбушкин, престижу. Случилось паленый, потому что бушный мне продали. Но там у меня такое получилось, но уже не помню, как я делала. И вот хочу в этом, придется, наверное, гулить, смотреть, искать. И купила я себе колбасы. Она была такая, там лежала вся такая перевязанная. Название я не видела, я говорю, мне, говорю, еще колбасы грамм 300, вот такой перевязанный. Колбаса у нас называется Славница докторская вареная. Вот. Пахнет колбасой вкусной. Цену я ее вообще не увидела, я и название-то не разглядела, в общем. Такой у меня покупки продуктиков. Думала завтра поехать в деревню, но у нас вчера был дождик, сегодня у меня был сад, и я, наверное, поеду или в четверг, или, может, даже в субботу. Почему или в четверг, или в субботу, просто по четным числам ходит автобус. А еду я как бы на пару деньков, в общем, вот, еще раз покажу. Это чтобы слюнки у вас потекли. Чтобы вы пооблизывались. Особенно те, кто худеет, и вот видит это, и ой, такая вкусняшка, так хочу. И побежит в магазин. В общем, всем спасибо, всем пока.